Меня зовут Дина, я из первого отряда. Мне 15 лет, я закончила 9 класс. В Умны приехала на направление английского языка. Мои приоритеты – это помощь людям, которые меня окружают, и стремление к самосовершенствованию. Моими основными хобби являются музыка и спорт. 2 года назад я закончила музыкальную школу с отличием. На протяжении моей жизни я попробовала разные виды спорта. Балет, ирландские и современные танцы и волейбол. Им я занималась последний год. Я считаю, что я достойна стать мисс Умный лагерь, потому что мой отряд верит в меня. А также это моя последняя смена в Умном, и мне хочется запомнить ее как самую лучшую. Thank you.